Мы находимся в отделе интеллектуальной продукции Департамента технического развития. Здесь рождаются новые интеллектуальные разработки, то есть все то, что выпускает завод, рождается в стенах и в недрах данного отдела. С точки зрения интеллекта разрабатываются микропроцессорные узлы, устройства. Ну, это, конечно, вот все, о чем сегодня мы говорили, контроллеры исполнительных механизмов, интеллектуальные пускатели, блоки датчиков цифровые. Все сегодня они имеют микропроцессорную составляющую, которую необходимо программировать. Поэтому здесь как бы у нас работают высококлассные программисты, которые занимаются разработкой данных устройств, узлов. Сегодня также мы, еще раз напомню, разработали интеллектуальный ПБР в атомном исполнении с повышенной надежностью, который также имеет на своей базе процессор, программное обеспечение, которое также мы разрабатывали сами. Поэтому сегодня как бы все новые разработки и модернизация старых узлов ведется с применением микропроцессорной техники, то есть за счет этого повышается функциональность, повышается, скажем так, и надежность, и уменьшаются массогабаритные размеры, уменьшается потребление, ну и, соответственно, потребитель получает дополнительные качества и функции за те же деньги. Ну, соответственно, сегодня, да, мы как бы ведем разработки интеллектуальной продукции по беспроводным интерфейсам. Это в первую очередь для интеллектуальных приводов использования ZigBee. То есть у нас сегодня есть исполнение механизмов с КИМом третьим, это ZigBee интерфейсом, которые позволяют работать по беспроводному каналу, то есть настраиваться, управляться при помощи пульта настройки PN3. В дальнейшем мы планируем, соответственно, построение организации сетей на базе данного протокола. Как альтернативный вариант у нас есть возможность для настройки управления использовать Bluetooth-интерфейс с приложением андроидовским, которое также сегодня серийно у нас выпускается, и возможно использовать как опцию для настройки приводов с КИМом. Сейчас мы как бы завершаем разработки КИМа 2 в высокотемпературном исполнении, который у нас должен явиться, скажем так, исполнением контроллера для жестких условий. Он имеет как бы упрощенные функциональные возможности, чем КИМ 3, при этом позволяет применить его в жестких условиях, там, где требуется в первую очередь, скажем так, высокие показатели по надежности, где высокие температуры, вибрации и, соответственно, требования достаточно жесткие по, ну, скажем так, эксплуатации на улице или в каких-то затапливаемых помещениях, потому что сегодня все вот эти привода с КИМами имеют IP67-68. Поэтому как бы ориентация идет как бы применение нашей продукции в жестких экстремальных условиях, в условиях крайнего севера или, скажем так, высокотемпературные возле котлов, возле каких-то пароагрегатов. Также мы, ну, наверное, еще это вот разработали компактный пускатель. То есть вот то, что мы сегодня говорили, у нас как бы уже серийно освоен и выпускается ПБРИ, который как бы уже всем известен и широко распространен по России. Сегодня мы выпустили как бы облегченную версию, там, где не требуется повышенные, скажем так, коммутируемые мощности для управления легкими приводами. То есть компактный пускатель для шкафных исполнений, скажем, для шкафов и сборок РТЗО, которые, как мы сегодня видели, выпускаем сами, так и, соответственно, можем как бы поставлять в отдельные поставки для комплектования систем управления приводами.